Всем привет, друзья! Вы на канале Cold Gameplay, с вами Саня. Сегодня мы опять продолжаем то, что начали в тот раз. Мы взяли умный ракетомет. Так. О, тут есть какой-то водоворот, вон гнездо крушителей. Так, гнездо крушителей, целое гнездо. Давайте-ка съездим туда и разберемся с ним. Еще одно бандитское логово. Тут вообще одни бандитские логово. Так. Давайте сначала. Сначала гнездо крушителей давайте. А уж потом во все остальные места. Ну приехали! Это что? Это вот это? Это вот так вот? $200. Мало, конечно, за такую эту я столько патронов потратил, всего лишь $200. Ну вот, я снова в деле. Так, здесь что, в глубине? А, блин, я так далеко теперь уехал от вот этого фигни. $389. Так, а ну-ка, что нам там надавали? Можем мы что прокачать? Так, можем. Время восстановления сокращается, берем. Радиус тоже берем. Так, оружие. Умный ракетомет. Так, улучшение у нас нету, да? А. Есть, есть. А, тут уже потребуется по несколько. Угу. Ладушки. Так. Что тут есть? Вот, 7 есть у нас, значит, очки проектов. При продаже предметов, бесполезная штука. Больше денег. Больше филтрита. Вот это тема. Так, а ну-ка, вот здесь что за проекты?
Вражеские гранаты взрываются на одну секунду позже. Отслеживание фильтритовой руды. Ну, беспилотников-шпионов, кстати. Давай-ка вот это, я не знаю, для чего они нам нужны. Просто прокачаем. Транспорт, кстати. Нельзя ли... Внешний вид, не знаю. Так, у нас 47. Вариант есть миномет взять. Ладно, возьмем чуть позже. Так, давайте тогда мы поедем. Дорожный блок источника. А мы здесь... Мы разве тут мы не открывали? Мне кажется, мы возле источника открывали. Так, это что за место? Белая точка. Что это такое? Так, пособираем пока, ладно, здесь нам все нужно. О, я аж куда-то наверх залез. Так, и... Так, как пройти туда? А, наверное, сверху надо упасть, да? Так, это все? Чисто 4 контейнера, вот это еще. Так, ну погнали. Так, ну у нас есть 4 крылатые ракеты остались. 20-миллиметровки уже нету. Ага, да, здесь действительно закрытый пост. Там дорожный барьер. И вот мы на месте. Так, открываем первый флагбаум.
все по контейнерам, все. Открываем. Так, ну едем тогда вот сюда. Как раз нам все равно через это место поедем. Молодцы. $144. Интересно, вообще на каком основании вообще цены выставляются? Так, это сам город. Поговорить с лужам, это в смысле в городе. Понятно. Карта тупая. Она наверху. 100 метров вверх. Эй, ты! Короче, да, здесь что, двойной прыжок не работает в городе. Так. Убийца! Не помню, где тут чем. Так, да, топа. Давайте пройдемся по городу, пособираем. Так, они здесь. Я готова служить. Случайный фрагмент памяти. Так, усилитель нанотритов. Переход в режим покоя. Закрываю окно торговли. Так. Привет. Любопытствуешь? Могу помочь. Это ли не мой любимый рейнджер? Ты точно не пожалеешь. За перспективу. Да где ты, датапад-то, ему? А. Вот он нашелся. Еще один нашелся. Так, давай поговорим с ней. О чем? Мы же с ней уже говорили, что там обсуждать-то. Вроде же она нам, по-моему, какое-то задание давала даже. Ну ладно. Надо так надо. Говори кратко. Ну что ж, Лоза, ты говори кратко. Из всех машин вынуты филтритовые сердечники. Так. Клейтону нужна была энергия для его дурацкой башни. Надо найти источник энергии, иначе танк не сдвинется с места. Ну а хорошая новость? Да. Наш жучок поработал на славу. Вот, послушай, это прямо с компьютера Клейтона. Клейтон, напрасно вы испытываете мое терпение. Я оказал вам безоговорочную поддержку. А что же вы? Вы так и не выполнили условий нашего договора. Я начинаю подозревать, что Клэк Клейтон не такой сильный игрок, каким хочет казаться. Я дам вам последний шанс оправдаться передо мной. Будьте добры явиться. Отправляйтесь на завод Голиаф. Там получите дальнейшие распоряжения. Этот голос. Этот самодовольный голос зомби. Его ни с чем не спутаешь. А координаты? Скажи, что у нас есть координаты. Да. Местечко зовется Твин Фоллс. Сейчас там засел отряд хмырей. Подозреваю, хмыри заодно с правительством. Иначе где бы они добыли свое оружие? Если на этом заводе Голиаф действительно запрятана база правительства,
Там наверняка можно найти филтритовый сердечник, и даже не один. Читаешь мои мысли. Тогда отправлюсь туда и посмотрю. Удачи, Уокер. Да. Удачи тебе. Спускаемся. Так, и чё, куда нам чесать-то? Подземный город, кстати. Нифига, капсула зарождения мутантов. Давайте сходим в подземный город. Так, ох ты, ничего себе. В глубине. Так, можно вот к этому еще сходить. Так, ладно, сейчас мы посмотрим тут. Кстати, вот этот регион подозрительный. А, ну там горы, типа там ничего нет. Ну ладно, ладно. Сейчас мы разберемся. Я предлагаю, кстати, пробежаться немножко по городу. Бум-бам-бух! Привет! Желаешь подзаправить свою пушку по стрелушку? Бери хлопушки, бери пилюли смерти. Нифига себе. Да, ты в нужном месте. Бум-бам-бух. Не забудь купить патроны. Золото. А, золотые прям. Козыри, ну, пушки. Ну, наверное, конечно, это круто, но, блин. Привет. Привет. Пока. Датапад, датапад. Ищем. Это чемпион. Я видел тебя по телеку. А я ему говорю, я тебе глаза выцарапаю, еще раз скажешь такое о моей матери. Так, вот он. Иисис, кибердоктор, унося ноги, не бросай тела. Так, ладно, выходим. Так, это не сюда, вот вниз. Да. Однозначно это сюда. Я уже раз почти приехал к этому логову. Впереди гнездо мутантов. Это наши, да? Так, что тут есть? Охренеть. Тут прям много. Тут пацаны, короче, охраняют, типа защищают, в общем, все дела. Эй, рейнджер, мы вот только успели перекрыть эту дыру. Открывай давай, переспели. Успели они там перекрыть, блин, давай. Так, заряд здоровья есть, беспилотник турель можно на всякий случай сделать несколько штук. Ну, чтобы мутанты всех не перебили. Лезь туда с... Давай. Thank you.
Так. Все, что ли? Я думал, тут, конечно, посерьезнее. Ну, ладно. А, в принципе. Как говорится, фиг ли нет-то. Тачка на прокачке. Спасибо, Экзибель, что прокачал моя тачка. Так. А, кстати. Ну, вот мы можем... Я не знаю, вот... Нет, давай вот, вот сюда. Вообще, где ковчеги еще? Вот на этой территории я мало ездил. Так. Так. Вот там вижу. Это где? Это наверху. Это вот тут где-то на этой территории. Блин. Ладно, поехали вот сюда. Тут как раз не сильно далеко. И мы как раз найдем ковчег еще какой-нибудь хорошенький. Наверняка. Надо как в Кармаге. Бонус за стиль. Так, новая какая-то территория.
Да-да! Сам Жовен Бойко предлагает тебе... Куда идти-то? Куда мы там приехали? А, типа наверх надо. Забраться наверх. Так, а там можно? Как? Дорога куда ведет? Так, это мы уезжаем уже. А, погоди-ка. Тут вон вверху есть. Да, вот это так. И... Типа вот... Нет. Там. Так, стоять. Вот, вот тут где-то. Вот тут где-то. А, вот там. Прочность 90%. Так. Получается, что вот сейчас по дороге едем по дороге. Вот после поворота. Вот вас тут не было. Так, после поворота. Так, ну вроде бы... Вроде как правильно иду. Да, вроде бы нормально. Я поднимаюсь наверх. Гнездо крушителей. Дига и Дага. Так. Давайте-ка я сохранюсь. То я не знаю, что можно ожидать от этих ребят. Thank you.
сейчас был. Да-да. Так, здесь есть сундуки. Ладно, сейчас будем бегать искать. А, сундук ковчега я нашел. Опа, я слышу. А, или это от него? Я думал, это может от зонда. Нет. Ну-ка, что у тебя внутри? Так, и что, куда мы тут чешем? Вижу контейнер. Так, а где наша тачка вообще? Так, ну ладно, раз уж мы уже как бы здесь. Так, я хз, куда я вообще бегу? Мне надо куда-то выбежать на какую-то дорогу. Блин, так, как теперь вниз спуститься? Не мою машину там угнали. Очень похоже. Так, вот дорога, да? А вот теперь вызываем машину. Так, что, мы так и не набрали еще? Нет. Так, вызвать... В смысле вызвать сюда невозможно? Прочность 90%. Там дорожный барьер. Так, 300 этих контейнеров.
Да где ты там, собака? Так и подумал, что может меня разбить. Так, давайте подъедем на машине, чтобы... Ты куда ж ты? Ладно. Так, контейнер последний, да, вроде? 5 есть. Так, открываем, открываем. Ну вот и дорога чистая, можно ехать. Живая башня правительства. А, вот она. Думаю, где она? Так, где контейнер? Ходит.
машин. Системы восстанавливаются. Корпус частично восстановлен. Системы восстанавливаются. Ну вот, я снова в деле. Зам, я на месте. Твин Фоллс. Пытаюсь обнаружить следы правительства. Если что-нибудь найдешь, дай знать. Укрытие! Здесь есть еще сундук ковчега. Так. Сейчас мы его найдем. От нас не уйдешь. Так, сундук ковчега. Ну что ж, давайте теперь внимательно осмотрим эту локацию. Возможно, мы его где-то тут пропустили. Да, кстати, там есть еще один этаж, и мы там не были. Так, ну наверху вроде как бы нету ничего. Может, здесь это? Так,
пока не видать. Так, я слышу обезьяны. Ну, есть что-нибудь? Нет, пока нет. Ищу дальше. Ладно, сундук возможно на этой части локации. В принципе, остался сундук и два контейнера, да? Вот и один из контейнеров нашелся. А я не понял сначала, так. Ну, жесть. Я не въехал такой сначала, думаю. А вон сундук. Сундучок. И контейнер последний там. А, вот это, наверное. Задание какое-то расплывчатое. Найти следы правительства. В смысле следы. Какие тут могут быть следы? Правительство. Не
очень понятно, о чем конкретно идет речь. Ну, наверное, наверху, вот туда, где мы дрались, наверное, с роботом, вот с этим, я так думаю, что... Лузам? Я вижу какую-то дверь. Она ведет вглубь горы. Мы взяли след. Ага. Сейчас я все выясню. Завод Голиаф. Так, у нас нету снаряжения. Гранаты надо. Еще давай. Еще давай. А, все. Так, а что, прокачать что-нибудь можем? У нас ноль, оружие. Так, оружие. Ну, чисто открыть можно следующий уровень. Проекты, что у нас есть? О, 10 есть. Так, 10, 10. Ну, давай вот тут посмотрим. Бродячий торгует, появляется чаще, больше филтрита. Ну давай возьмем, чё-то особо не сказать, чтобы много. Так, три повторные атаки. Ага, так, это фигня. Давайте так хотя бы прокачаем. Так, ну что, друзья, на этом, наверное, сегодня наш видосик подходит к концу. Не забывайте поставить лайк, подписаться. Жду вас всех на следующем видео. Всем удачи, друзья, пока.